каждым днем все теплее. Такой прогноз дали красноярские синоптики на эту неделю. Но солнечных дней в конце марта и начале апреля почти не будет. Ночь на вторник, 29 марта, еще ожидается холодной, до минус 12 градусов. Днем плюс 5 с небольшим дождем. В среду днем 9 градусов выше 0 и облачно. В четверг картина практически такая же. В пятницу и днем, и ночью плюс. Но, по данным метеорологов, будет дождь. В субботу почти летняя погода. Днем столбик термометра поднимется до плюс 11. Разочарует только воскресенье. Ночью вновь вернется минус, а днем всего плюс 2 и снег с дождем.